Пусть она сделает, как ей кажется. Сделай. Сюда. Теперь, а вот это? Это потом затемнишь. Лучше у нас. Да, да. Остренький. Ничего, это за горбинка правильно. Слишком нельзя залазить туда, налево. Ой, меня. Вот как твоя ученица преуспела. Да, заметила, видишь, откуда такой? Нужно убрать нос. Нет, это деталь, это ты уже меня научил. Да. Деталь, вот как убрать нос. Мы отсюда убирали, я ничего не понимаю. Потом я решила отсюда убрать. И понял? Все хорошо. Ну и видишь, как? Хорошо. Преуспеваю? Да, и видишь, как он сейчас. Да. А сейчас, вот сейчас, еще и горбинку опять-таки вернуться. Понимаешь, да. Вот к этой. Да. Раз, тогда все. Кирилл, скажи, правда? Да. И на самом кончике белые пятнышки. Да. Предварительно. Три. Выше никак. А за нос? За нос 4. С минусом. 4 это выше. Жадность. Сейчас не измажут нос. Куда? Мне же мажут, за что? Или мы показываем всем это видео и кричит он, идите к черту, бандиты, что? Все, умерла. Но знаешь что, стали следить за твоим разговором, как ты преподаешь мне, понимаешь? Очень понравилось. И говорят, слушай, так он преподаватель. Да? Какой я преподаватель? Мы ну, же сделали вот эту спадинку вот эту. Вот. Хорошо, да. Разобрикал, что она резко не была, только впадинку. А Джуни для работы. Хорошо. Нужен хорошо. Персональный компьютер. Хорошо. Вот, видишь? Хорошо. Так. Только. Вот. Ничего. Так, тут у нас что-то разобраться надо. Внизу тоже засинили чуть-чуть. Это тут а немножко сажа у нас. Уже нет, ты слышишь? Например, редактор. На, вот чтобы у тебя был этот спец. Отойди, мы там кипели. Вы что-то опять заносили? Не надо, нет, зато нет, мы нет. Его сейчас это, с тобой... Нормально. Там, нет, тут ну, только нужно будет вот этот да. Убрать светлый там. Садись. Да, давай 2 минуты. Сейчас перекурим. Отойдем, и нам осталось уже... Там уже ты можешь туда-сюда. Важно, что поставлено. Все, понимаешь, да? Джуна, отойди. Это сейчас, это знаешь, это называется... А то потом забуду. Мышиные. Ничего? Хорошо, так открыла. Да, хорошо, да. Да? Да, ничего. Хорошо. Вот это место я вот... Знаешь, что сделала здесь? Или... Делай. Знаешь, подойди, он в тени, я сейчас сниму. Молодцы. Зайду я сюда. Да, закажем. А ты? Эй! Что? Я, правда, ничего не понимаю, но все равно лучше. Лучше он уравновесился с тем, вот. Но понимаете, ребята, в чем дело? А он не прописан. Почему ты думаешь? Ну, вроде он прописан. Не прописан. Он и прописан, не прописан. Я что хочу? Вот вы посмотрите. Вы закройте все, оставьте одни глаза. Вот так закройте. Это глаза, понимаете, это и глаза Христа, и не Христа. Потому что мы увлеклись светотенью, мы увлеклись это, и мы забыли образ. Нос, как ни странно, хорошо. Нос нормальный, нос так, да. Губы нормальные, это нормально, волос нормальный. Что же здесь? А вот что получилось. Посмотрите, мы с вами. Давай глубину сделаем. Нет, не в глубине. Пока да. Отойдем. Сейчас. Вот. Нет, не углубить. А как? Не углубить. Облегчить нужно. Облегчить тяжесть эту нужно. А. Тяжесть облегчить. Какая? Вот, значит, глаз. Вот он, да? Опять глаз. Да. Как ни странно, вот яблоко. Вот оно. Вот оно, яблоко, да. Вот. Значит, вот это ты оставляешь. Вот я тебе прям показываю до этого. А вот это, вот твой.
Не торопись. Зашили. Зеленоглазый мой получился. Да. Ну-ка на, посходи с ума. Так Джон уже и говорил, что у него глаза серо зеленые какие-то, да? А еще, тихо. Видишь, нагружаешь? Куда ты двигаешься? Ты кидал. Правильно было. А ты перегрузила. Стоп, бери фетровую, Вот, я сделала. Где она фетровая? Не надо, ты не сделаешь. Стой. Снимем, но вместе с тем рядом поставим голубой, активный. Да. О, светоносная только сила. Только чуть-чуть вот здесь надо. Спасибо. Подожди. Ну, а как ты думаешь? Да. Вот тут, ну-ка попробуй вот этим нашим голубым. Дай вот этот ободок, и потом сведешь его на нет. Нет, ниже, не на слёд. Вот тут ниже. Тихо, не торопись. Не уходи туда, ты ушел. Все, движение очень размашистое. Скупорлезный. У тебя километры движения идут, а я... Тут не надо, тут, по-моему, уже и не надо. Не надо. Тут, понимаешь, в темноте у нас. Вот она и снимает немножко. Глаза, а то разорвешь в этих бликах нижнюю грань глаза. Вот это у нас поднялось. Угу. Надо. Так. Зеленым, чтобы его. Правильно? А я тебе дал это, застрил, где это? А вот, там лежит, вот это нет. Где? Вот это? Нет, застрил же я. Сейчас я еще застрил. Слишком тихо, еле-еле. Вот, посмотри, на тот глаз, на правый. Не, вот право не надо. Не надо. Да, нет. Тоже века не висит. Вот это века, чтобы не висело. Ну, висит века на глазу. Какой? Угу. Нет. Пока. Яблоко самое темное, еще нужно на полтона ниже. Нет, это не трогай. Нет. Само просто. Нет, не нужно. Да, не тот. Оно, видишь, левый глаз снизу дерьмом покрылся. Вот это? Да. Нет, века не трогай. Вот это? Вот это. Понимаешь, у нас. Да. Лучше. Так, хватит. Не тяжело. А что сделаем здесь? Сейчас мы. И второй тоже. И да, убрать надо здесь. Силы. Да. Зрачок ушел как бы. А это нормально. Видишь, это как ни странно, это сидит нормально. Потому что у нас получился очень большой блик на глазу правом том. Да. Очень большой блик. Слева. Да, с левой стороны, совершенно верно. И он сбил все, понимаешь, он сбил все. Вот. Что-то надо. Подожди. Нет. Подожди.
смотри, Джуна, вот я хочу, чтобы мы ищем, это мы не ищем, мы бьемся над правдой. Ты уберешь вот эту верхнюю, фетровую, палочкой, где она, фетровая? Фетровая. У тебя, где, который перпендикулярно идет. Нет, ты веки убираешь, вот я имею в виду. Вот эту по центру, да, убери на блики. Хорошо. Делай мне экивок. Сейчас, хорошо. Юрий, отдашь. Вот это нельзя. Теперь один момент. Ты знаешь, когда? Кстати, я тебе хочу показать. А вот какую идет... книгу мне надо? Да. Достать. Вот Пикассо, смотри. Идет реальный бык. Видишь, дальше анатомия. Ну, я просто к слову уже раскрыл. Дальше он его анатомические плоскости. Дальше вычленяет самое существенное у быка, его мощь, силу. Маленькую головку ума нет. И смотри, дальше что же он оставляет? Последний рисунок, понимаешь? Как будто вот что он оставляет у быка. Вот. Значит, я тебе хочу показать, вот. Видишь, принцип вот этого? Сексуально. Знаешь, эти глазки, вот это, чтобы у тебя образ, да? Раз, бело. Это мы потом, это уже не имеет значения. Это настолько в данном случае не принципиально, что... Можешь сорвать ее. Он хороший, все, смотри. Хорошо. Подожди. Много лучше. Легче-то? Смотри сюда, на меня. Куда? Куда он ушел? Иди сюда, смотри. Смотри, вот ты идет, голову так. Подожди, не вот, меня сейчас показывают. Вот идет вот этот кадык, вот эта штука гортань, вот мышца одна, да. Вот мышца вторая, вот что самое важное. Смотри, да. Тут ключица пошла, тут да. Ключица. Значит, раздевайся. Вот у нас самое главное, смотри, вот это, но я смотри, я перевернут. Да. Смотри, значит, что у меня видно? Вот эта мышца. Ты очень голову открыл. Вот. Нет, ты вот. Поставь голову. Ну вот так, да? Вот так, да. Еще, да. Еще, но... еще плюс сюда. Еще сюда. Так, еще, да? Еще, еще, еще. Вот так. Так, да? О, да. Вот, смотри, значит, вот, вот тут впадина. Там да. Тень, тень. Тень, да? Отойди. Выйди еще. Справа. О, так, да? Смотри. Смотри. Вот, значит, вот эта мышца. Вот свет на нее падает. Вот это, видишь? Сейчас я отмечу, да. Видишь свет? Отмечай прямо нашим голубым. Так. Вот. Теперь да. Вот это пошла ключица. Ключица. Ага, так, ключица. Так. Да? И вот здесь, вот тут впадина. Начинается грудная клетка. Наш? Наш. Как наш? Вот. И вот это впадина. Вот это. Она темнее должна быть. Впадина темнее. Найди ее место точно. Так, да? Все. Все, да. Посмотрим, сейчас посмотрим. Это анатомия. Все правильно. Так. Только знаешь, в чем его недостаток? Он по первому слою, когда будешь, не работай вот этими синими графельками, потому что они оставляют эти следы графические. Лучше на втором, вот как ты сейчас. Ой, пошла, смелее, смелее. Заполняй все это место. Так, все хорошо. Так, на нет правую сторону. За счет только вот этого движения. Да, белый заходит на голубую. Нет. Движение вот. Не сильно, не нежно. Нежно, нежно. Да. И побыстрее. Нет, а ты какой дела? А, правильно. Да, возьми. Да, да, да. Хорошо. Хорошие линии. Хорошие. Все, хватит. Правда? Угу. Вот, все, хватит. У поддержка, тебя точно. Да, поддержка идет, видишь? Резких не может быть, и мне хорошо. Движение.
движения пошли не только кругом. Можно тут, она напитана. Да, вот. А одежда допускается свободно ее. Она в этой же системе, семиотической, знаковой системе, в этой же работает. Но это вместе с тем одежда. Если, скажем, стекло здесь было, это уже другая. Значит, мы можем здесь допускать вот такие вещи с тобой. Да. Понимаешь? Вот. Так, здесь, знаешь, я тебе хочу сказать, тут же двойная полоска. Я хочу понимаешь? Двойную полоску ну, сделать. Да. Кстати, вот так, ты можешь. Подожди, вот так. Чуть-чуть. Хорошо. Так, теперь вот хочу нет, еще. Сделай. Полоски это второе. Делай то, что мы. Полоску ты уже на этом проведешь. Двумя пальцами. Достаточно. Да. Прием. Во-во-во. Всей плоскостью. Хорошо, 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 прекрасно. Где-то прошел, да. Все, сбросила. Так. Движения такие же рыхлые, одежда. Да. Теперь. Так. Нет, ты уже по линии видишь, да. Вот, видишь, вот, вот умница какая, видишь, как хорошо. Все, хватит, хватит, кинула. И тут, я не помню, коричневый я взял или... Можешь взять светлый. И смотри, давай мы сейчас с тобой, все, готово. Сейчас только вот здесь, в этом местечке, чуть-чуть вот этот вот. И... Что, как говорят, слышишь? Ну что? Ужас, как их удерживают. Все, много берет. Вот. И каких? Вот. Хорошо. Че, не надо, зачем? Зачем тебе? Хорошо тут. Все. Ну здесь делай синий, поддержи эту штуку. Хорошо. Вот, хорошо, хорошо. Прекрасно. Вот. И вот. Звонил Саша. Да. Все хорошо, они кино смотрят. Да. Мы насытили только, понимаешь? Да. Чтобы он жил в среде. Тут так, сама так. Я пальцы просто берегу, джунг, да, чтобы. Потому что тут действительно физически труд. Вот. Саша нам разрешил, как у вас так хорошо все получается, говорит, что не торопитесь, да, что у женщины, у которой понос, у нее сейчас запор. Куда заходишь? Да, ничего. Я не хочу, чтобы сильное было свечение. Вот, круговое это свечение. Да. Здесь очень светло. Хорошо? Подписывай. Нормально. Да, подписывай, иди. Так, вот. Очень крупно, да? Крупно. Ты видишь, сколько заняло? Да. Значит, а я не сниму. Ничего. Вот. Хорошо, лучше. Вот видишь, скромно. Пиши 85. 85 ВГ. Только ровно. 5 выше. О. Г. Все. Вылазит что-нибудь? Нет. Нет. Давай. Где? Снимай. Лови. Ну дай хоть.
делать снег. Я тебя поздравляю с окончанием второй работы. Дай бог не последней. Начала. А я. Еще я не забыла, 5 минут, что ты говорил, должны делать. Вообще, даже вечера, да. Сколько мне нужно, я спокойно работаю, потому что я да. Хочу учиться. Здесь молодец. Нельзя ограничивать. И да. Это, бегом бежать, как тогда я забух дыхание, или как? Забу дыхание. Не надо мне. Так. Честно. Обрезание – это великий праздник семейный, считается. Есть великие специалисты по обрезанию. Ну, что вы хотите? Кстати, есть одна вещь, ну что-то вот, ну, скажем, приводит художника в какое-то там смущение. И, ну, спорное, но какое-то, по идее, по сути, по своей семиотической, формальной сущности. И он берет и делает, ну, какую-то желтую кляксу, чемоданчик поставить, коляску, лошадку. Выходит художественный совет, и это бросается в глаза всегда. Слушайте, ну а это-то уберите. А он шел на это специально. То есть за малым они пропускают. Это повод. Он говорит, я это сотру, стирает эту желтую лошадку, так она уже вошла в образное выражение. А картина, главная суть, проходит. Ну, да. То есть специально он делает это. Отвлечь внимание. Понятно, да, он отвлекает. Но есть еще такая штука. Вот иди сюда, мы это можем убрать. Скажи, вот иногда идет у нас. Ребята, что это у нас? Фанера? Да. Это фанера, да? Но и ты же писал, ты уже больше в ней участвуешь, понимаешь? Ты уже по сравнению с той, ты видишь, КПД отдачи твоей здесь возросло наполовину, в 3/4 здесь уже. Я вот сейчас стоял, я любовался, как ты начинаешь работать. Скажем, в чем дело? Я хочу что Пись. Говорить? Я хочу, что мы должны натягивать, чтобы это не резиновый клей угу. держал эту наждачную бумагу, а о том, чтобы это был казеиновый клей, хорошо, в обтяжку. Как это в районе? Вот если большую, хорошую, действительно, вот такую ковчежную раму, он уйдет туда. Сейчас думаю, подожди. Он относится. Тихо, а тут уже меньше давить. Изображение. Значит, нести можно вот так. Да. Где узел? А? Вот, где вот это. А где гладко? Вот так, чтобы это не прикасалось. Да, ну да? Да. Легких. Только буду говорить. А... Во
общем, идея такая. Что угодно, ляпай краски. Как хочешь. Как хочешь. Что угодно делай. А какие? Быстро. Так, где банка? О, рисуй. Чё? Быстрее, все, это сохнет. Жуна. Быстрее. Вода, да. 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 Что хочешь? Во, пошла, пошла. Пошла, ставь. Все, как хочешь. Не, все равно. Все. Кинь эту, на. Интуитивно. Эту кинь сюда. Все, быстрее. Желтую, что хочешь. Лес хватит, не останавливайся, не жалей. Все, клади. Вот. Где хочешь, ищи, на тебе эту. Побольше. Прямо заполнять, да? Заполняй все это, чтобы все плоскость была. У тебя красный, черный там, пожалуйста. Все, как хочешь. Во. Сильнее, во. На. Вот. Делай. Все, убери, черный уже много есть, кинь ее. Пошла там, желтый, красный, белый, с рядом. Во. Сильнее, активнее. Да. О! О, умница какая. Твори как хочешь. Она возьмет. Там. Кинь, где у нас синие, где зеленые? Да. Да. Хорошо, хорошо. Где белила у нас? Тут нет, все, что посол, набелила. Заходи прямо сюда, смелее. Смелее, уходи, все. Вот тут. Все, темпы. Тут не останавливаешься. Хорошо. О, изумительный зеленый цвет как-то появился. Не закрашивай его. Так. Вот тут уже сохнет у нас. О, хорошо. Так, прекрасно. Белила возьми. Так, хорошо, как угодно. Зелень бери. Зелень. Вот. Вот замазала плоскость. Все. Вот у тебя плоскость. О, все, хватит. Так. Белила где у нас? Все, ее нет уже. И это аккуратно. Одну, две, три точки. Это может быть вот тут. Положи. Вот. Я имею в виду, смотри. В темный, окружи эту красную. Так. Все. Молодец. Как рука? Все. Так. Что, помочь? Ничего не надо. Сейчас наступает момент. Самый интересный. Убирайте эти все. Мне кажется, грузы. Нарисовала. Не важно, сейчас потом я тут буду. Этот лист к листу, точно. Прижми. Сейчас не торопись. Эли, держи сюда. Сверху возьми. Сверху ты возьми и держи. Твоя задача сверху. Все, стой, да? Элик сейчас будет у нас опускать, а ты иди сюда. Куда пошла? Руками. Так, значит, задача... Криво подожди. Немножко там лежит. Куда? Поправьте край. Гони, опускай, Элка. Опускай. Все, клади. Ладонью, ребром. Ребром, настойчиво. Давай-ка. Как вот, вот так вгони. Вот так. Браслет мешает. Да что такое? Браслет с камерой. Тихо. Походи ногой. По ногой походи. Хватит ногами. Тихо, браслет нам тут. Хватит. Вставай. Вставай. Все, уходи. Сделали. Офигенная штука. Спасибо. Так? Вот. Я пожалею. Дай-ка я еще листок.
Эх, нет, у меня этой. Элик, ты не налажи. Сейчас. Сейчас. Тихо. Красивая очень. А что это за краска была? Опа. И подожди. Красивая вот вещь. Вот так, снизу бежи. Вот. Вот это красивая вещь. Вот. Третий отиск получился. Все разные. Понимаешь? Все. Вот это выкинуть нужно. Да. А вот это оставить. Но при этом, смотри, вот не жалеет, как ни странно. Ага, и вот. Идет. Так, это уходит, это кладем сюда, эта штука. Вот поставишь ее в раму. Да. Так. И будут приходить люди и говорить, слушай, не рукотворная вещь. Это что? Да. Как оно? Будешь, а я улыбаюсь с тобой. Непонятно, как? А вот так. Конечно, красивая вещь. Спасибо. Не надо трогать. Да, не надо все. Трогать фактуру. Все. Смотри, это же не рукотворные вещи.